Евгений, здравствуйте. Вопрос следующий. Я молодой предприниматель, мне 24 года, и сейчас весь интернет, весь Инстаграм завален успешным успехом. Как же все-таки перестать гнаться за успешным успехом и перейти к методу счастья, заниматься своим любимым делом, имея обязательства в этой жизни? Нужно перестать искать секретные секреты и идти работать работу. Спасибо за ответ. Раз. У меня только один вопрос. Скажите, а вот вы все это обсуждали, это в какой валюте? Я говорю, ну, в миллионах долларов. Он так задумчиво повернулся, говорит, я понял, нужно ебашить. ЕБШ 24-7-365. Поверьте мне, с этой сцены будут миллион раз рассказывать про успешный успех. Нет успешного успеха. Есть ебашить 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Просто работать, и рабочим людям всегда улыбается удача. Так это происходит. Спросите у любого успешного бизнесмена. 1% это талант, 1% это везение. Остальные проценты это напряженно работать каждый день. Находить для себя мотивацию, заводить своих людей, максимально их мотивировать, максимально любить своего идеального клиента. Максимально мочить конкурентов, это обязательно, этого никто не отменял, это тоже нормально, это тоже задача бизнесмена. Прекратите слушать вот эти истории про то, что аморально там что-то против своих конкурентов. Да блин, это ваши маркетинговые враги, это те люди, которые у вас из кармана забирают ваши деньги. Они, если вы не продадите, они продадут вашим конкурентам. Поэтому ЕБШ 24-7-365 и будет вам успешный успех.